рядом с здоровыми людьми или толстыми, и некрасивыми. Да. Вот таким вот. Лерочка, что хочет сказать слова благодарности? Нет, такими. Ты сейчас кушаешь? Кушай, моя хорошая. Кирюша, прошу тебя, мы не можем говорить и одновременно кушать, да? Это некрасиво, не культурно. Кто не кушает сейчас в данный момент? У кого ротики свободные? Миша, пожалуйста. Спасибо, что вы пришли. Мне очень понравилось, что вы говорили про еду хорошую. Сядь, пожалуйста. Что нельзя кушать вредные напитки, там, еду вредную. Мне очень понравилось. Так, Максим, что хочет сказать? Спасибо, что вы пришли и взяли для нас время. Мы нашли для нас время, нашли, да? Нашли для нас время. Мы очень были рады, что вы пришли нам и все рассказались. И мы больше не будем эти вредные воды. Умничка, молодец. Женя, что хочет сказать? Здоровую пищу, да? Хорошо. Еще Елизавета что хочет сказать? Спасибо вам, что вы к нам пришли. Мне было очень вкусно. Спасибо, что вы нам все рассказали. Так, Тимурчик. Пожалуйста, кто еще хочет сказать? Ванечка. Вы научили нас делать здоровые бургеры. Бургеры здоровые, да? Ну и Ксюша, пожалуйста. Я благодарю, что вы пришли, что вы нашли для нас время, чтобы проводить такую программу здоровой пищи. Молодец, умничка. И все вместе... Спасибо! А мы всегда вас просим в гости, всегда будем очень рады вас видеть. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Илья Борисовна, с нашей стороны. Стороны фундации «Бетоник». Мы тоже благодарим за приглашение, потому что спасибо. Не все согласны, к сожалению, не до всех доходит. К сожалению, да, к сожалению. Правильно и нужно, и необходимо. Вы, как тот человек, который передает знания, идете по правильной дороге. Вам успехов. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, солнышко. Спасибо. И спасибо родителям, которые видели. А как же, конечно, мои мамочки всегда рядышком. Спасибо вам огромное. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо. Приходите к нам. Спасибо большое. Вы большие молодцы. Вы были очень хорошей аудиторией, которая отвечала на вопросы, которая проявляла интерес. Так что вы большие молодцы. Думаю, у вас большое будущее. Вы станете именно теми людьми успешными, умными, хорошими актерами, актрисами. Я в этом уверена. Спасибо вам большое. Тоже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Ну а теперь поедайте свои здоровые бутерброды. Один хаос будет.